школьников опять могут ждать незапланированные каникулы. От занятий их освободят при температуре минус 30 градусов. В Омске вновь ожидаются сильные морозы. На следующей неделе, как обещают синоптики, они будут на 10 и более градусов ниже климатической нормы. До 33 градусов 21 числа. В МЧС советуют омичам воздержаться от поездок на дальние расстояния, быть осторожными при использовании нагревательных приборов. В избежание переохлаждения и обморожений медики советуют поменьше находиться на улицах. Температура воздуха ночью 17-18 декабря понизится до минус 20-30 градусов, местами до минус 36. В дальнейшем морозы усилятся до минус 30-35 градусов, местами до минус 40. Такая морозная погода сохранится до 23 декабря. После 23-го предполагается смягчение морозов.